Сложность 2020 года просто не описать словами, ведь помимо всем известных проблем, мы буквально с каждой недели теряем все больше и больше ярких, талантливых звезд российского кинематографа и эстрады. Мог ли кто-то подумать еще год назад, что после этих 12 месяцев на сцену больше никогда не выйдут ни Михаил Жванецкий, ни Армен Джигарханян, ни Вячеслав Войнаровский, ни многие другие кумиры российских зрителей. И, к сожалению, сегодня мы вынуждены вновь принести трагическую весть. Дело в том, что навсегда ушла заслуженная артистка России. Об этом с тяжелым сердцем сообщили ее коллеги. Валентина Широнина ушла в 79 лет. В сообщениях ее друзей и близких сообщается, что больше всего она любила выходить на сцену. И для многих произошедшее стало огромной неожиданностью, ведь для этой женщины, по их мнению, не было вообще никаких преград. Помимо многочисленных ролей в театре и кино, актриса также преподавала и в театральном институте, пытаясь передать накопленный годами опыт своим студентам. Для поклонников это очень грустная новость, но на нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь. Всего вам доброго.